Я считаю, что наш президент сделал такой шаг, ему оставалось попасть в историю. Он это сделал. И я считаю, что мы забрали то, что принадлежало когда-то наш. Это было наше. Я считаю, что, конечно же, это правильно. И мне единственное, что не нравится, и очень сильно я переживаю за тех людей, которые попали в эту ситуацию, они стали жертвами ситуации. У меня просто есть много знакомых, которые там живут, и она мне рассказывает, как наши СМИ показывают, что происходит там, и рассказывает, как их СМИ показывают, что происходит здесь. Немного, конечно, разница есть, но в любом случае, я считаю, что это справедливо, и призываю всех уже успокоиться, и... потому что это уже случилось, и все равно будет, как будет.